Всем подписчикам привет! Сегодня будем собирать душ. Размер 1 на 2, высота 2,3, с баком на 250 литров, с подогревом. Пока приехали, разгрузились и приступаем. Сейчас душа мы построили, сейчас будем его крепить к основанию, к деревянному. Потом выставим все по уровню, закрепим с помощью колышков. Засунем бак, установим дверь и душ будет готов. Так, у нас проверка бака, 250 литров. Включи так на секунду, на две. Хорош? Сейчас аккуратно рукой потрогайте тен. Не бойтесь, он не успел сильно нагреться. Вот так вот, как бы этими. Теплый? Да, теплый. Все, тен работает. Монтаж душа. Напоминаю, строили сегодня душ. Размер 1 на 2 на 2,3. С колпаком. С баком. Смотрите, каркас сделан с профильной трубы 20 на 40, 20 на 20. Бак установлен 250 литров, с подогревом, с поплавком, с такой лейкой. Поликарбонат белого цвета, белый матовый. Края защищены торцевым профилем. Трапик из бруска. Шторка. Вот такой колпак прозрачный. Поликарбонат 4 миллиметра тоже, но прозрачный. Вот такой отличный душ, закреплен к земле с помощью якорей. Вот такой отличный душ у нас получился. У меня на этом все. Задавайте вопросы, ставьте пальцы вверх. Всем